Однажды я вернулась домой в ужасном настроении. Я так хотела, чтобы меня услышали. А мой брат валялся на диване, пил пиво и жевал. Нет, не жевал. Да ну, чувак. И я сказала, если чмокнешь еще раз свою жену. А он не расслышал. Когда я сняла со стены дробовик и сделала вам предупредительный выстрел. Но прямо ему в башку. Шесть.